Всем привет, ребята, с вами снова я, Фил, и сегодня я вам сегодня покажу мод на паразитов в Майнкрафт. Я думаю, то, что вы уже достаточно на многих каналах видели такой мод. Сегодня я покажу вам этот мод, так что, ребята, готовьтесь, мы начинаем. И да, ребята, естественно, перед тем, как я начну, если вам не трудно, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Короче, ребята, ладно, спавним первого моба. Это у нас гигантский пук. Я знаю, у него 22 жизни, то есть он достаточно слабый, но по урону он достаточно мощный. Давайте-ка сразим его с этим пауком с двух ударов. Так, ладно, дальше у нас идет гигантская пчела. Да, давайте-ка проверим. Эта гигантская пчела, она ничего не делает, я знаю. Она просто летает. Ее просто так сделали для того, чтобы была. Дальше у нас идет вот такой вот Стив. У него бывает два этого. Короче, ребята, вот такие вот штуки. Они могут появиться после того, как убьют любого игрока. Давайте-ка проверим, смогут ли эти штуки загрызть такого зомби. Да, анимация смерти у них прикольная, они взрываются. Да, победили? Ну, хорошо, тогда еще одного противника вон такого же. Так, так, ну, нормально, нормально валит этот зомби. Так, вау, как они мощно взрываются. О, кстати, ребята, когда они убивают кого-либо, они лечатся. То есть он сейчас его съел и полечился. Также они могут как-то размножаться, то есть они превращаются в каких-то там слизняков красных. Вообще, вот так. Так. А, ледяной голем. Ледяной голем. Он у нас достаточно мощный. Давайте-ка проверим. Так. Они прям так побежали сразу. Ну, в принципе, он всех завалил. Так что давайте дальше приступим. Так, это у нас корова. Корова, зараженная корова. Давайте-ка проверим ее урон. Да нифига, слабая. Да, давайте-ка заспавим кучу таких коров. Вот так она, в принципе, выглядит. Давайте посмотрим. Так, как они убьют этого голема. Ну, в принципе, достаточно мощно. Что с ним выпало? Выпала фигня. Короче, ребята, эти существа, они могут появиться после того, как вот этих обычных коров убьют паразиты. И также, когда мы можем убить эту корову, с нее может отвалиться голова и будет вот так ходить. Выглядит это вот так. Вот, ребята, вот это я понимаю, эпик. В конце мы сразим всех этих паразитов, которых я вам покажу. Это будет реально эпично. И смотрим. Да уж. Голем очень мощный, но это не из этого мода, просто хотел показать вам, насколько он вообще мощный. Что-то головы как-то не совсем реагируют на него. Вот, начали прыгать. Да, вот так они прыгают, вот так они выглядят. Короче, довольно устрашающий так. Да. Это корова, ребята. Раньше была корова. Дальше у нас идет, ребята, овца. Вот так выглядит овца. Все происходит точно так же, как и с коровами. Их убивают паразиты, и они превращаются в монстров. Также, если убить их, с некоторым шансом все-таки может отвалиться голова. Выглядит это вот так. Также, ребята, с неким шансом, если паразитов убьют где-то, где есть трава, то вырастет вот такое дерево паразитов. Оно распространяет вот такую землю, а на этой земле будут уже испавляться эти паразиты. Дальше, ребята, у нас идет волк. И давайте-ка проверим. И все так же, как и с коровами, с овцами, короче, все понятно. Также, ребята, вот так выглядит голова. Давайте дальше просто проверим, сразим их вот с этим. Они просто умирают на раз-два. Так, еще пришел этот. Вот, в пещере, точно, давайте в пещере. Так, будет очень даже круто. Погнали, в пещере. Да, ну, короче, вот такая разновидность этих штук. И, но это еще не все, ребята, это только первая партия.
Так что, ребята, вы готовы к полной попе? Дальше у нас идут вот такой моб. Это у нас свин. Также у нас голова свина, житель и голова жителя. Также у нас тут есть два вида жителя. То есть вот такой житель, достаточно страшный, и вот такой житель. В принципе, они отличаются. Ну, да, как бы это паразиты, у них лапки должны быть изо рта, везде, короче. Это ж паразиты. Так, все, эту партию мы посмотрели. Дальше, ребята, у нас еще куча мобов, так что нужно ускориться. Так, эта партия у нас уже другая, то есть другие мобы, другая партия. Это у нас уже такой длиннорукий монстр. В принципе, он может появиться, когда не головы, а именно вот такие, например. Короче, вот эти вот все, может быть. Вот такие животные, короче, такие. Может, даже жители, вот так, такие. Они превращаются, как я уже сказал, вот в красных. Да, они превращаются вот в таких. И с неким шансом они могут стать вот таким. И другими монстрами. Но показать я вам всех не буду, что просто продолжаем. Дальше у нас идут вот такой монстр, он тоже самое, тоже так же может появиться. Выглядит он, кстати, вот так. Он вызывает паразитов, да, своим мором. Дальше у нас идет вот такая вот фигня, странная. Я бы сказал, мега странная фигня. Что это вообще такое? Объясните, вот что это такое? Так. Дальше у нас идет Сабика, которая точно так же развивается. Выглядит она примерно вот так. В принципе, мелкая и тупая. Так, дальше у нас идет маленькая фигня. Но что она летает и достаточно мощный урон у нее. Не просто фигня. Дальше у нас идет вот такое яичко, которое пукает. Да, пукающее яичко. Да, оно вызывает также паразитов. Да и в принципе все. Дальше следующая партия у нас идет вот такие мобы уже. Это у нас уже точно такая же фигня, которая тоже может вот так появиться из этих красных таких. Выглядит как огромный рот на каком-то мелком теле. Так, это у нас... Следующий моб такой вот. Так он выглядит. Вот такой странный. Просто бегает и просто убивает. Короче, все мега странно. Мега все жутко. Это, ребята, это его вторая версия. Вот такие бывают. Вот такие. Короче, у вот этих, кстати, есть две версии. Вот такая и такая. А дальше у нас идут, ребята, вот, ну да, это я вам показал. И вот, вот такая, это вторая версия этого монстра. Дальше у нас идет вот такая фигня, это у нас какая-то странная фиганя. Это кажется, как какое-то животное должны они убить, и превратиться это животное вот в это. Короче, выглядит оно вот так. Да, прекрасный хвост. Оно очень быстрое, кстати, ребята. Дальше у нас идет вторая версия вот этого огромного фигани. И также, ребята, вот эти монстры, да, я забыл сказать, то, что они умеют вот это. Это летающая фиганя, которая просто размножается, точнее, она появляется. И то есть, да, просто все, она летает и стреляет в вас, все. Дальше у нас идет яичко уже. Второй версии яичка. То есть это тоже яичко, оно тоже спавнит этих монстров. Дальше у нас идет уже вот такие монстры. Их уже тут просто мега много. И это, кстати, последняя партия мобов. То есть, ребята, это у нас будущие паразиты. Это у нас мелкие паразиты, которые скоро превратятся в больших. Ну, выглядят они как
как просто чешуйницы. Вот это у нас уже полноценные паразиты, которые, если кого-нибудь убьют, они превратят, вот, овца. Вот, смотрите, овца. Вот, паразиты. Дальше у нас идут вот такие деревья, которые взрываются, там будут такие летающие фигни, но только с первого левела. А потом еще будут паразитов, кучу наспавнит, и, короче, все. И взорвется. Это уже сбрасыватель бомб. Короче, он сбрасывает самих паразитов, они падают и, короче, бегают. Дерево это, кстати, выглядит вот так. И вот эта фигня выглядит вот так. Дальше у нас идет вот такая фигня, у которой нету ничего. Просто одни ноги. Одни ноги, лапки и, короче, все. Дальше у нас идут те самые фигани. Красные, да. И давайте-ка посмотрим, в кого они могут превратиться, в кого они сейчас превратятся. Давай, вот. Смотрите. Вот, видите, превратился. Ты в яичко превратился, ты тоже. Вот, какая прелесть. Прекрасно. Вот, ребята. И так это все выглядит. И сейчас они срастутся, и, короче, получатся вот такие фигни. Да. Короче, все мега странно, все мега жутко. Можно сказать, это просто мясо. Вот, видите, летающая фигня. Да, как я и говорил, яичко. Они потом размножатся и, короче, станут мега сильными. Это, ребята, у нас то самое дерево первого левела, которое заражает просто все. Всю землю. Ну да, это у нас уже второй левел. Он уже посильнее. Тоже размножает такую фигню. Это у нас третий левел. Самое сильное дерево. И размножает оно довольно быстро. Но вот это дерево намного быстрее, чем это. Но вот это просто супер быстро. Вот уже спавнятся тут монстры первые. Вот в этих фигнях. И, короче, выглядит это вот так. Да, ребята, это паразиты. Что вы еще ожидали? Держите, вот это все. Забирайте. Ваши паразиты, они мне не нужны. Все, ребята. Короче, я думаю, то, что я буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну, а на сегодня это все. Всем пока-пока.